Из ювелирного магазина в Ленинском районе похитили золото на 1 000 000 рублей. Как сообщают правоохранители, преступник зашел в салон ювелирных изделий на улице Гагарина и, угрожая товароведу, собрал с витрины украшения. В полиции по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас подозреваемого в преступлении ищут. По предварительным данным, ущерб больше 1 000 000 рублей.